Планирование – одна из самых важных функций менеджмента. Планирование – это постановка целей, чего вы хотите достичь, и определение шагов и возможностей, как этого достичь. Вот несколько базовых рекомендаций для того, чтобы ваше планирование было качественным. Первое – планируйте на свежую голову. Это очень энергозатратная задача, поэтому делайте ее лучше с утра или тогда, когда у вас много энергии. Второе – введите список дел и календарь. Если вы работаете в Outlook, можете планировать там. Третье. Приоритизируйте ваши задачи. Помните о принципе Парето 20 на 80, где 20% усилий дают 80% результата. Четвертое. Не работайте в многозадачном режиме. Это ведет к усталости и к снижению работоспособности. Пятое. Прежде чем получить задачу, приоритизируйте ее. Может быть, ее вовсе не надо делать. И шестое. Регулярно сверяйтесь с вашим календарем.